Здравствуйте, канал ТВ Шанс, представьтесь, пожалуйста. Катя Кабак. Полина Аук. Чем вы занимаетесь? Вы актриса, да? Да. Мы актриса, да. Мы актриса, мы снимаемся в кино. А вы сегодня пришли на премьеру показа фильма Гая Ричи. Что ожидаете? Мне хочется повеселиться, мне хочется юмора и веселья. Вот. Я давно не видела Джейсона Стэтхэма, очень жду встречи с ним. Понятно. А вообще, в целом, другие фильмы Гая Ричи смотрели? Какие сюжеты для себя можете выделить в актерском плане? Я смотрела все фильмы Гая Ричи. Ну, я тоже. Но, конечно, самое классное – это его спортивные костюмы. Джентльмены, спортивные костюмы, Колин Фаррелл – потрясающе. Чарли Ханом – мой краш. Согласна. Да. Вы сами в каких фильмах снимаетесь? В разных. Экшен, фантастика, супер разные. Что рекомендуете посмотреть нашему зрителю? Наши фильмы. Какие? Я рекомендую посмотреть из вот недавнего. «Клиническая 13», «Химера». Еще я рекомендую... Я тебе скажу, что... «Казнь». Посмотрите «Казнь», посмотрите сериал «Юз». Да, «Юз», «Казнь». Супер, вот. Это супер. Этого хватит. Да, мне просто кажется, на первое время этого хватит. Там, «Клиническая», я знаю, там много серий, поэтому в целом... Данила Козловский, мы его любим. «Клиническая 13», там немного серий. «Карамору» посмотрите. Спасибо, приятного вам просмотра. Отлично провести вечер. Спасибо.